Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия в иллюстрациях. Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Снятие седьмой печати. И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я увидел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им было семь труб. И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И, вознеся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога, и взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем жертвенника и поверг на землю. И произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. Текст по книге «Библия в иллюстрациях. Гравюры на дереве» Юлиуса Шнор фон Карлсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Пока, пока, до свидания.